Максим, ну какие эмоции вытащили матч буквально на последних секундах? Радость, счастье, что смогли такой матч переломить в свою сторону, в свою пользу. Было тяжело. Да, мы знали то, что мы пропустили гол, и нам по-любому нужно отыгрываться, потому что уже, если была бы третья ничья, никого бы этот результат бы не удовлетворял. Поэтому мы знали, что нам надо выигрывать, и мы сделали свое, мы показали свой характер, насколько мы боевитая команда. Как раз характер, мне кажется, какое-то рассечение здесь. Что случилось? Ну, на последних моментах уже, когда мяч убивал, Буси попал. Ну, ничего, это рабочие моменты. Работаем, бьемся, да, ради победы, на все готово. Поэтому бывает. Почему вначале, да, немножко не получалось, пропустили этот гол, долгая игра не шла очень? Ну, я заметил одну вещь, то, что когда вот жарко, у нас как-то во время жары темп падает, и получается то, что мы теряем инициативу. Вот во втором тайме, когда уже, ну, темнеет, более-менее прохладно становится, играем сразу в футбол, начинаем играть, уже второй матч подряд, во втором тайме мы переламливаем ход событий, поэтому это как бы надо исправлять. Будем работать над этими компонентами, чтобы выдерживать выносливость там и такое движение выдерживать. Казалось, матч катился к ничьей, вот ты лично верил в победу? У меня чуйка была, что выиграем, так что все нормально. Что ты лично подумал, почувствовал, когда забили гол Дедечко на последних секундах? Ну, дяде дали пас, я говорю, бей. Он ударил, все, гол. Все, мое слово волшебное просто. Спасибо. Давай, с победой. Спасибо.